Куда плывем? Казахстанская валюта слабеет на глазах. Сегодняшние торги на казахстанской фондовой бирже показали, что 300 тенге за доллар – это еще не предел. В итоге биржа закрылась при показателях 310 тенге за доллар, а цены в обменных пунктах достигли 314 тенге. Когда тенге нащупает дно? И почему аналитики называют нынешний курс лишь эффектом высвободившейся пружины? За изменениями на валютном рынке следит Тимур Ермашев. Плавание тенге все больше напоминает выживание во время шторма. После того, как стало известно, что Национальный банк больше не будет поддерживать казахстанскую валюту, доллар продолжил укрепляться. Уже утром ценники в обменных пунктах превысили 310 тенге за доллар. Новую политику Нацбанка подверг резкой критике бывший советник экс-главы этого учреждения Олжас Худайбергенов. На своей страничке в Facebook известный экономист заявил, что своими действиями финансовый регулятор вводит население в заблуждение. Ведь доллары из нацфонда, проданные на рынке, на самом деле были просто обменены для нужд бюджета и госкомпаний, а вовсе не потрачены на поддержку курса. Еще одним человеком, выступившим против политики нового председателя, стал другой бывший советник главы Национального банка Ардак Амангельдиев, который обратился к нынешнему главному банкиру страны. Если у вас есть задание руководства банка второго уровня и иных должностных лиц по дальнейшему ослаблению курса, то выйдите в народ и объявите об этом прямо. Выпуская такие пресс-релизы, вы бросаете тень прежде всего на себя, как профессионального и современного государственного менеджера высокого уровня. Впрочем, есть и те, кто поддерживают политику нового председателя Национального банка. Так, по мнению экспортеров из брокерской компании «Аль-Пари», искусственное поддержание курса тенге не поможет казахстанской экономике в условиях кризиса. А деньги из резервного фонда республики еще пригодятся для других целей. Но ни один центральный банк в мире не может играть против рынка. Ослабление тенге – это рыночная тенденция. Тратить международные резервы бездумно – явное решение неправильное. Соответственно, рынок сам определит новый курс национальной валюты. По мнению еще одного финансового аналитика Айдархана Хусаинова, сегодняшнее ослабление тенге – это эффект высвободившейся пружины. То есть нынешний скачок доллара – это лишь реакция на уход Нацбанка с валютного рынка. Теперь, когда регулятор прекратил интервенции, курс стабилизируется на уровне 300 тенге за доллар. А заявление бывшего главного банкира о том, что курс взвинчивали спекулянты, Хусаинов считает несостоятельными. Это что за такой мифический спекулянт, да, которого никто не видит, никто по имени назвать не может? Ну, у нас 5 миллиардов долларов купил за 2 месяца. Это кто такой незнакомый, теневой, который 5 миллиардов мог проглотить? Это же нонсенс, это же глупость. Легче предположить, что нет никого злобного спекулянта, а предположить, что просто это неравновесный курс. Экономисты напоминают, что завышенный курс тенге в первую очередь бьет по национальным экспортерам, чья продукция начинает проигрывать более дешевым импортным товарам. Соответственно, дальнейшая поддержка тенге может уничтожить бренд Made in Kazakhstan, который станет слишком дорогим даже для внутреннего рынка. Тимур Ермашев, Ренат Фазылбаев, Информбюро, 31 канал.